Всем доброго времени суток, уважаемые зрители и подписчики наших каналов. С вами сегодня The Master, утка и медведь. Утка. Всем привет, ребят. Всем привет. Мы играем на карте... Wonderland, Не, в чате же пишет, а Wimsworth. А, да, мы хотели на Wonderland поиграть, но что не пустили, сказали, мы слишком ущербные для этого. Кстати, ребята, я, короче, скину вам здесь булыгу на красненьком боке. Ты видел? Тут телепортнулся просто. Я поставил, и он исчез. Вот, берите, выйдите булыгу и стройте. Я пока куплю на мечи. Я строюсь, у меня есть 40 штучек, это хватит, да? На, утка, возьми меч, короче. Так, я сейчас сделаю броню, делай сразу же. Куплю сразу же 3 меча. Давай, покупай 3 меча. Так, ты, утка, помогай строиться ему. А, я, кстати, пришел с утками. У меня 10 осталось. Утка, побыстрее как-то. Убегонец! Сейчас броню нам возьму, ребята. Так, 3 шлема, 1, 2, 3. Он так, почти построился. 3 ботинок, 1, 2, 3. И 3 штанов, 1, 2, 3. Еще хавки нам надо, да? Хавки, ну, яблоко можно, возьму. Так, у синих уже кто-то... Можно я спою? Не, нет. Надо петь, это забанят тебя, ублюдок. Вот, и куплю... Костя, с нами иди. Хотя нет, надо еще. Я скрафтил 3 сета брони, хавку и так далее. Ребят, вы где? Вы чё? А, метаж. Я на центре. Забирай, сейчас скину. Сейчас скину вам всем шмотки. Забирайте золото и все, валите. Так, утка. Ты утка? Утка, ты что залагал у меня? Утка. Алло. Медведь наш мод. Утка, видимо, завис. Ничего страшного. Мы сейчас медведем запишем, без утки, нафиг он нужен, раз он такой лаганый. Все, утка вылетел с концами, даже его не слышим. В скайпе, и скайп вообще полностью упал, вся конфа упала, в общем-то. Так и утка тоже умер. Утка умер, и скайп умер, и конфа умерла. Все, в принципе, понятно. Ничего необычного, я бы это лучше так назвал. Мне уже медведь тут названивает, и давайте-ка я возьму с него трубку, а то он меня убьет. Медведь, а ты не вовремя мне позвонил, короче, записываем дальше, утка повик вылетел, без него одну серию запишем, так уж и быть. На, ты на грудь не взял, да, мы с тобой вдвоем в команде, короче. Нету, а меча нет, возьми меч сзади тебя, вот, возьми сейчас. А у тебя сколько золота? У меня 3 золота. Я сейчас куплю, он просто 2 топовых меча, давай. А, у тебя есть золото? Да, давай, я взял 9 золота, давай, и сейчас тебе еще топовый меч куплю, вот, и себе. Отлично. И я сейчас мы еще, и вот лучше тех, на, возьми топовый меч сразу же. Сейчас. Так, взял. И где у нас там кровать? Я помню, мы на этой карте играли, там вот вроде лестница к кровати, сейчас я застрою туда сундуками. Чтобы в сундуке не... Ты пока посмотри, никто там не идет? Не, пока что все чисто, не только, короче, на мид. Ты только аккуратненько, чувак, ты главное аккуратненько. Так, давай застроим кровать сундуками. Хотя вот так вот, и вот так вот, смотри, все отлично, идеально. Но тут же можно сверху кровать сломать. Ну знаю, но пока что делаем так. Так я пока скину дополнительный шмот, старый меч скину, золото и ресурсы. Так, и кирпич. Желтую кровать уже сломали, отлично. Опа, нам нужно, там снизу есть дополнительный золотой блок. Там, скорее всего, уже 3 или 4 золотых слитка заспавнилось. Что, пойдешь? Да, я туда схожу, а ты погоди, я тоже на центре, вместе с тобой, мы вдвоем. Ну, главное, чтобы нам кровать не сломали, понимаешь? Но они все равно через лестницу, скорее всего, будут. О, желтый, смотри, у него кровати нет, надо убить его. Да, убивай, сливай, это халявный фраг. А ой, лол, я что-то промаронил. Сломать, прикинь. Но да не убьет, там зеленый здесь бегает. С мечом я его, пожалуй, солю быстренько. Так, чувак, окей, до свидания. Я убью этого желтого. Так, вниз спустился за золотом, чувак, вниз спустился. Он золото забрал, а я его убью. Все, все золото просрал. Ну мы тоже халявное золото, получается, просрали. Обидно немножечко, обидно. Ну, что, я убил этого желтого, он из нашего сундука взял кирку. А у нас кирка была? Там золото вроде было. Или это его, но и кирка была. Это его, золото он не взял. Ну тогда хорошо, отлично. Так, снизу чувак украл наше золото, к сожалению. Я вижу зеленый. У него топовый. А, нет, нифига не топовый. Ты убил его? Да, взял золото. Так, желтый один остался, туда можно не смотреть. Давай, короче, я контролирую синюю сторону, а ты контролируешь красную сторону. А, зеленую. Зеленый бегу вдвоем. Я их буду. У меня 8 золота, у них у одного. У них лук у одного. Отходи, лук у одного. Давай отойдем, дадим ему сюда спрыгнуть. Не сюда спрыгнуть, то мы их убьем. Пока встаем на сторону нашу. Мы синие, да, с тобой? Да. Или красные? Красные. А ближе к красным встаем, чтобы они не пробежали туда. Да, все, они, видишь, они стоят, смотрят. Но мы их не подпустим сюда. Золото будет наше. Ну, да, вот я взял еще одно золото. Я тоже, у меня уже 10 слитков золотых. А где тут снизу золото блок, ты сказал? А, там внизу. О, бежит желтый. Да, пока забей, забей на него, он все равно. Бегут к нам. Да, вижу, зеленый. Отступай. А, ну в принципе, да, они не смогут сломать кровать. Бежим за ним, бежим. Можно было бы просто, ты бы уходим бы убил, а я бы к ним побежал и их бы сломал. Блин, тупанули. Да они не смогут. Ага, и сундуки. Опа! Ай-яй-яй, они закрылись. Кирка есть? Нет. Вот это фигово. Это мы с тобой упали, слышишь, чувак, реально. Слушай, мы с тобой тупанули. Сейчас мы просрём с тобой, кажись. Я на кровать пошел через верх. Давай, на кровать через верх, и там сломали, да? Сломали, да. Просто, да, утка,
Че он вылетел? Вот тут, короче, не вовремя вылетел, да, я с тобой согласен. Ну, может, мы затащим. А может мы... Смотри, сзади пытается убить. А ты же сливаем этого зеленого, смотри, зеленые еще остались, да, по идее. Но мы сможем затащить, у нас есть шанс, у нас здесь сейчас. Нужно просто до дома. Дай мне блоков, я должен подняться. Мы должны в дом подняться, убить этого зеленого. Скрафтить все зелье силы и просто пойти прорашить. Давай, наверх поднимаемся к своему дому. Меня убивают. Выжил? Убьем его. Давай наверх поднимайся, наверх, мы сможем. У тебя блоки есть еще? Да, есть блоки. Так, сделай здесь какую-нибудь простую лестницу, какую-нибудь, для меня просто блоки закончились. Наверх еще как-нибудь пробраться. Давай, сейчас. Или как-нибудь так вот. Мини-лестницу. У меня дофига, если честно, блоков. Вот, да мы с тобой кирки забыли. Всё. Мы так с тобой зафейлились по нубски на самом деле, но зато... Зато мы сейчас можем затащить, можем. Главное сломать сейчас синие. Они потеряли свою кровать, когда нас спрашивали. Да, и нам звонит утка, но мы не везем трубку, напишешь, не пока ничего не будем писать, давай доиграем уже. Да, не отвлекаемся. Фух, да, сломали они нам кровать, но у нас еще есть шанс. У нас, во-первых, 10 золота, я пока куплю. Ой, блин, они, смотри, здесь застроились тоже, чтобы они прошли. Вот ублюдки-то, а. Сломались. А, нет. Не-не-не, вот если бы сломали, мы синим кровать. Алло, почему не могу сломать блоки? Чувак, ты где? Ты уже на нашей базе? Ну да, я тут. Как туда, как ты пробрал? Нет, мне надо туда вниз спуститься, сломай блоки. Помогай ломать блоки. Сейчас сломаю блоки. Давай. Фасту. Я пока смотрю, не идет как-то кто-нибудь или нет. Я еще сломал. Ты прошел туда вниз? Сейчас еще один блок прошел. Я просто его сломал и что-то не получилось у меня. Так, они вот что-нибудь взяли из сундука, интересно. Да, все взяли. Блюдки. Так, и железо забирай, 25. О, хо-хо! Сейчас стрек сделаем. Прикрывай, главное смотри. Кирки, это самое главное, вот фейл был просто. Так, сейчас смотри, да кирки, я могу погоди, золотые кирки купить, у нас хватит. Ой, я тебя ничего на свой меч чуть-чуть. Кстати, я куплю золотую кирку, две золотые кирки купил, на, возьми одну золотую. Угу. Так, теперь я куплю нам нагрудники топовые, нагрудники все-таки это хорошая вещь. Да, у тебя же нифига железо, да? Да, вот купил два нагрудника, на, возьми нагрудник один топовый. Угу. Где-то там. Хорошо. Так, теперь нам понадобится с тобой силька силы одна, у нас только золото на одну будет. И два золотых яблока куплю, пожалуй, на оставшееся золото, знаешь, яблоко, ну, два дополнительных сердечка. Еще идем, значит, на синих, да? Ну, синих, если снесем, у нас будет больше шансов уже. Так, и давай-ка я две хилочки еще возьму, опять железо. Я хотел сделать скорости взять, но потом подумал, к черту его лучше две хилочки. Да, возьми хилочку еще. Отлично. Так, и дай я себе еще блоков куплю каких-нибудь. Причем куплю уже. О, я точно понял, блоки, кстати. Да, и блоки эндерняка куплю, чтобы закрыться, если что. Это нужная вещь. Все, у меня есть 300 блоков. Лучше купи эндерняк, тут куча у нас своих блоков, эндерняк покупай. А, эндерняк. Да, чтобы сейчас закрывать. Там еще глины лежит дофига. А здесь так эндерняка купил на всякий случай, потому что им будет его сложнее ломать, и они могут из этого зафейлиться. Так, сейчас я куплю эндерняк по фасту. Так, у меня хватает на возделение скорости, я, наверное, куплю, я буду рашить, а ты будешь ломать, понял? Все, я. Если что меня сольют, то ты их затащишь, давай. Просто миссия невыполнима, чувак. О, желтый раш из синеньких. О, давай пошли поможем, давай. Я выпью зелье скорости. Зелье силы выпиваю сразу же, чтобы потом не париться. Нам главное... Да, я купил это другое. О, желтый тут-то, у него кровати нет, это будет для нас огромный плюс. Так зачем его убивать-то? Лучше бы вместе с ними синих зарашить. А, ну, он ладно. Золото взял. Да, сливаю его. Ах ты ж. Ах ты ж. А сейчас забей, я иду на синих, Давай. Синий за шмотом, убирает, пошел, погнали. Нужно бежать туда. Бежим. Аккуратно перепрыгивай, сливай этого. Меч, я ему дал по жопе. Отлично. Главное, чтобы сейчас он не сломал есть свой шансы, проход. Давай, есть шансы, да. Крупные шансы. Главное, чтобы не скинули, есть. Смотри, сбоку стоит. Отлично, идем, я иду, иду. А нет, ты иди раш, ты не ломай, я же подсилка, я убиваю. Ломаю. Не, ты иди наверх, поднимайся иду, наверх. Иду. Чувак, я их сливаю, все, отлично, всё. Они на спавне. Ломай кровать. Сломал. Отлично! Последний синий, где последний синий, я чувак? Ха-ха! Вот эта серия просто! А, жесть, чувак! Вот он. Где он? А, засел! А где? Вот он. Вдвоем, без кровати, затащили всех остальных. Вот это настоящие мужики, медведь и демастер. А утка слился, ну утка тоже наш братан, поэтому можете подписаться на его канал тоже. Просто интернет вылетел, блин, да как, так затащили, просто миссия невыполнима. Сначала тупанули, а потом затащили. Вообще жестко, зелье силы, там зелье скорость, я ломал их, а ты убивал их. Ну короче, ну и наоборот, короче, неважно. В общем, жесть, это новое лобби на 1 апреля, короче, я модератор теперь GOMA HD. Просто, видите, где, сейчас я включу. Вот видите, в табе я модер. Я мод демастер 59 рум. Ну что ж, на этом все. Всем удачи, всем пока. Ставьте лайки за такую серию, подписку обязательно. А также еще это. Поделись видео, чувак, дружище, девушка, не знаю, кто ты. Да, можешь еще с фоточками поделиться. Ну, не важно. Всем удачи, всем пока.